Всем привет! В этом видео я покажу, как подключить любой джойстик к компьютеру с операционной системой Windows. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Современные игры заточены под оригинальные геймпады от приставки Xbox One или Xbox 360. Если вы используете один из китайских джойстиков, то без дополнительного софта поиграть в современные игры вам скорее всего не удастся, потому как оригинальные геймпады для связи с играми используют программный протокол XInput, в то время как многие другие используют более старый протокол DirectInput. Есть, конечно, и такие, что умеют переключаться между этими двумя стандартами. В таких манипуляторах обычно предусмотрена специальная клавиша. Если же вы хотите подключить свой старый джойстик, чтобы поиграть в новые игры, вам для этого потребуется программа Xbox 360 контроллер эмулятор, которая способна замаскировать любой джойстик под Xbox-овский. Это бесплатная программа, скачать которую можно с официального сайта, ссылка на нее будет в описании под видео. Есть две версии данного эмулятора, 32 и 64-битная. Если вы используете 64-разрядную операционную систему, вам понадобится соответствующая версия программы. Данный эмулятор работает на Windows 10, 8 и 7. Как узнать разрядность операционной системы, можете посмотреть в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Скачиваем программу, затем открываем архив и извлекаем из него файлы в любую папку. Желательно для этого создать отдельную папку. Подключите геймпад к компьютеру и подождите, пока система его распознает и установит подходящий драйвер. Убедиться в этом можно, открыв диспетчер устройств. Здесь должно присутствовать устройство с названием модели вашего джойстика, Generic USB Joystick, USB GAMEPAD или что-то подобное. Если в диспетчере устройств он не определился, нужно будет поискать в интернете подходящий драйвер. Запускаем утилиту от имени администратора. Если ее запустить обычным двойным кликом мыши, настройки эмулятора могут не сохраниться, и файлы не создадутся там, где надо. Если при запуске данного эмулятора у вас появляется ошибка «Не найден указанный модуль», значит, у вас не установлены системные библиотеки и свежая версия NET Framework. При первом запуске вам будет предложено создать DLL файл. Нажмите Create. Затем откроется следующее окно поиска настроек. Нажмите Next и Finish. При подключении другой модели джойстика окно появится снова. В остальных случаях можно загрузить настройки из интернета в окне конфигуратора, Controller Settings, Most Popular Settings for My Controllers. Доступно подключение до 4 устройств. Для каждого из них здесь есть соответствующая вкладка. Контроллер 1, 2, 3 и 4. Разные геймпады в системе могут иметь одно и то же название. Из-за этого, если вы воспользовались автоматической настройкой, клавиши могут быть перепутаны. Проверить это можно, нажав на клавишу геймпада и посмотрев, правильно ли она отображается на этом виртуальном джойстике. Если нет, то выберите соответствующую ячейку и здесь нажмите «Рекорд», а затем нажмите нужную клавишу. После настройки нужно сохранить изменения кнопкой Save. Чувствительность стиков можно настроить во вкладках Left Thumb и Right Thumb параметром Sensitivity. На этом настройки программы окончены. Нажмите Save, если вы еще не сохранили изменения, и закройте программу. В папке с извлеченным файлом появится еще два. Их нужно будет скопировать в корень папки с игрой. Или же в настройках указать путь к игре. Во вкладке Game Settings нажмите ADD и укажите путь папки с игрой. Затем отметьте здесь, какая версия игры у вас установлена, 32 или 64-битная. А вот со следующими параметрами могут возникнуть трудности. Нужно будет методом подбора установить нужный параметр. Начните с пункта COM и попеременно пройдите все, не забывая нажимать кнопку сохранения настроек после каждого изменения и перезапускать игру. Или поищите игру в списке совместимости. Ссылка на него будет в описании. После этого запустите игру и проверьте, откликается ли в ней джойстик. Если джойстик по-прежнему не работает в игре, попробуйте скачать бета-версию данной программы. В моем случае, в игре NFS Payback джойстик как раз заработал именно на бета-версии данной программы. Настраивать ее даже проще. Нужно добавить игру, нажав Add Game и указать путь в папке с .exe файлом игры. Если вы не знаете, где он находится, нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку и выберите свойства. В строке «Объект» будет указан этот путь. Затем нужно добавить устройство. Для этого здесь нажимаем «ADD», выбираем наш геймпад и нажимаем «ОК». Теперь осталось только настроить клавиши. Сделать это можно вручную или автоматически, нажав здесь «Auto». Для сохранения всех внесенных в настройки изменений нужно нажать Save All. Эту версию эмулятора не нужно закрывать как предыдущую, ее просто нужно свернуть в трей. Если ее закрыть, то джойстик в игре работать не будет. Сворачиваем утилиту и запускаем игру. Как видите, игра просит нажать клавишу A вместо клавиши Enter. Джойстик распознан игрой и он откликается. Вот и все, теперь можно спокойно играть не с клавиатуры, а с геймпада. Сразимся с их боссами один на один. Пора зарабатывать репутацию, чтобы попасть в бандитскую гонку. Пора найти Лигу 73 и вызвать ее на гонку. Как видите, в меню отображаются клавиши джойстика, а не клавиатуры. Для другой игры не нужно будет заново настраивать кнопки геймпада. Нажмите Load Preset и выберите нужные настройки, которые вы вносили ранее. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.